Ребята, девчата, всем добро пожаловать в утренний жаркий Коннектикут. Начинаю со своего садика, огородика. Вот. А вообще собралась показывать процесс вышивки, о котором давным-давно мечтаю и вот уже которым долго думала. Вот это вот мое любимое вышивальное место. Добро пожаловать. Мой вышивальный кабинетик на улице. Вот. И вышиваю я, как видите, риолис. Или риолис, да, наверное, правильно говорить. Что-то мне хочется ударение все время сделать на последний слог. Вот. Ну, вот риолис, о котором я мечтала, когда Оля Теплицкая спрашивала, что бы такое вышить, чтобы попутешествовать. Вот я ей искала и, называется, нашла себе. Вот. И этот... впал в око, что называется, эта картинка такая, ну, очень она мне понравилась, и плюс я видела у кого-то процесс отшива, вот, очень он мне понравился, очень яркая работа такая, ну, естественно, я первым делом, будучи привычной к тому, что я вечно ищу перенаборы, уже тогда шью по наборам редко шью, вот, единственное, что я поняла, что по перенабору у меня не получится, потому что мне нужна именно вот канва, та, которая продается вместе с набором. Вот это вот канва с напечатанным рисунком. Вот. Также пришлось хомяку разориться и купить набор. Вот. И вот теперь я решила его шить. Значит, проблема у нас какая? Со схемой, в принципе, все нормально. Вот. Она мне устраивает. Пришлось дорисовать себе в этот черточки, квадратики, потому что их не было видно совершенно. Еще на небе видно было, а вот внизу, где здание, совсем не было видно ничего. Пришлось все порасчерчивать себе. Вот. Следующее, что, поскольку влажность высокая, у меня постоянно через 2-3 дня разметка пропадает вот маркером, которую я разметила. Вчера я уже делала второй раз. Потому что этот кто-то где-то говорил, что не отстирывается, может не отстираться. У меня он сам по себе пропадает из-за высокой влажности. Так что вчера вот пришлось еще дорисовать. Вот. Значит, теперь что у меня... что меня напрягает? Девчата, вышивальщицы, посоветуйте и скажите. Некоторые... Набор хочет, вот она моя штучка. Значит, в наборе говорится, что некоторые крестики шьются в 2 нити, некоторые крестики шьются в 3 нити. Вот, например, вот эта вот темно-синяя нить, она шилась в 2 нити. Дальше пошла вот эта светлая нить голубая, посветлее, да, она шьется в 3 нити. Что я не понимаю, так это то. То есть в небе я еще понимаю, почему мы переходим с 2 до 3 ниток, чтобы показать как бы текстуру облаков, текстуру неба. Вот. Что я не понимаю, это то, что, например, у нас многое вот на башне отшивается в 2, а многое отшивается в 3 нити на башне. И вот тут вот, например, вот это вот, вот эти вот значки, они отшиваются в 3 нити. Сверху на эти 3 нити... будет ложиться еще бэк. И если что-то отшито в 2, что-то отшито в 3, и сверху на это еще отшивается бэк, не будет ли это все криво-косо? То есть как-то оно меня немножко беспокоит. И хотя вот я уже сказала, да, с небом мне все понятно. Текстура облаков, текстуру неба, чтобы передать. То же самое потом будет в зданиях. Многое отшивается в 3 нити, многое отшивается в 2 нити. Значит ли это, что это тоже для передачи текстуры здания? Вот, то есть насколько я права или я не права? Мне вообще хочется все в 2 нити отшить, но я боюсь, что если я начну отшивать 2 нити, у меня работа станет плоской. Вот, ну вот то, что было отшито в 3 нити, да, они такие, очень крестики такие пузатые, и такая хорошая дерюшка получится, плотненькая. Вот, больше я, ну, я больше привыкла шить в 2 нити, мне как-то больше нравится, как они ложатся, как нить ложится. Вот, а там, где вот в 3 нити, они какие-то такие, ну, я же говорю, что-то, ну, просто, может, потому что я не привыкла. Вот, организовалась я, как всегда, в сумочку, у меня организации нету, то есть я себе же говорю, я мобильная вышивальщица, я вечером это все свое заношу с собой в дом, потому что, ну, темнеет уже где-то 7:30, а я после 7:30 еще хочу повышивать.
Вот, так что вот они все наши ниточки на этом. На органайзере, который они мне предложили. Я пыталась организоваться другим образом. На органайзере, который мне подарили, у меня ничего не получилось. Я не умею организовываться вот так. Вот я привыкла шить по перенабору из своих моточков. И мне немножко с этим трудно разобраться. А пока вот такой вот у нас прогресс. Процесс идет. Процесс идет с удовольствием. Желание задумано. Да. Так что желание не просто задумано, а как бы уже появились в голове задумки, как бы это желание осуществить, как бы побывать в Париже. Ксюхин магнитик, который она мне подарила в самый раз. Вот, так что начинаем мы задумываться о том, как бы нам организовать эту поездку. Вот, скорее всего, у нас это получится тогда, когда мы будем опять лететь. Тут над нами летает, но никого не видно. Когда мы будем лететь опять бабушки с дедушкой в Украину, вот, и мы все летаем мимо Европы, так что мы, наверное, на следующий раз просто остановимся в Европе на пару деньков, в Париже на этот раз. Вот, надо будет поискать нам Air France билеты и узнать, каким образом у нас это получится. Ну вот такая приметная вышивка называется. То есть желание загадали. И шьем в направлении того, чтобы оно сбылось. Все, девочки, всем спасибо, кто смотрел. Подсказывайте, исправляйте меня в чем, как вы думаете, я не права. Вот, и успокойте мою душеньку, что называется. Вот, еще раз всем спасибо. Заходите, возвращайтесь на канал, подписывайтесь, ставьте лайки. До встречи, пока.